Все эти люди состоят в городской организации общества слепых. Здесь им оказывают поддержку, проводят обучение и занятия. Однако большое препятствие найти по-настоящему оплачиваемую работу. Как правило, работодатели отказывают под разными благовидными предлогами. Последний раз работал только где-то в 95-м году. Работал фрезеровщиком, но так к тому времени еще у меня было зрение позволяло. А вот сейчас оно снизилось, упало. И вот сейчас я уже стою около где-то 3 лет, наверное, уже в общей сложности на бирже труда. Я предлагаю, конечно, работу, но редко которые могу я справляться. У нас есть люди, которые стоят 3, 4, 5 лет уже на учете в бюро занятости. Там хотя квоты дают на обеспечение работы для инвалидов в малых предприятиях, в больших предприятиях, в других учреждениях. Но, тем не менее, неохотно идут работодатели на устройство инвалидов на работу к себе. Таким людям в поисках работы могут помочь нововведения, обсуждаемые на федеральном уровне. Владимир Брыков накануне прибыл с 6-го съезда Всероссийского общества инвалидов. Будем рассматривать именно, как стимулировать работодателей, чтобы им было выгодно. Какие-то, допустим, налоговые вычеты или льготы, в этом направлении идет разработка. Идут разработки не только поощрения предприятий, но и штрафные меры. Планируется ввести специальную плату тем предприятиям, которые не берут на работу инвалидов. Напомним, что в Бурятии около 80 тысяч инвалидов, и только 3 тысячи из них имеют работу. Саднам Ирдынеев, Сергей Петров, Сергей Костенко. Новости дня.